За годы послевоенной сталинской пятилетки восстановлен и расширен Неманский целлюлозно-бумажный комбинат в Калининградской области. Вторая бумажная фабрика комбината, оснащенная технически совершенным оборудованием, выпускает высшие сорта пищи и типографской бумаги. В социалистическом соревновании за досрочное выполнение государственного плана первенство держит бригада сеточника Василия Слободнякова, работающая на третьей бумагоделательной машине. Лаборатория фабрики строго контролирует качество бумаги, помогает стахановцам выпускать все больше продукции высших сортов. Досрочно завершая полугодовую программу, передовики бумажной промышленности дают отличную продукцию для издания миллионов новых книг.